Вардар все-таки тут будет. Хотя могут пойти и в даблу. ЦМ, ты мне тут не нужен. Иди гоняй с Лордара туда подальше. Там колбочку ему дай, там побей его. Просто так не надо бегать, экспу воровать. Вон, побей, побей. Давай, я еще замедлю, побей, побей его, давай. Постоянно колбу и бить. Давай, давай. Ты бей, ты не бойся. Привет, Струй. Здорово. Что со мной не так? Играл в доту всего месяц в своей жизни и больше не хочу. Но посматриваю твои стримы и записи в свободное время. Понимаю абсолютно все, что происходит на карте. С Новым годом. Спасибо, братиш, за донат, и тебя с новым, с наступающим, так сказать. А что с тобой не так, я не знаю. Наверное, вот большинство людей, которые начинают играть в доту и сразу же бросают, наверное, это все из-за комьюнити, потому что в доте игроки очень обозленные, там за каждый фейл там чуть ли не мамку твою уже режут. Поэтому, если ты как бы новый игрок, ты заходишь, ты просто видишь, что с твоей мамой вытворяют, и тебе не хочется больше подставлять мамку под раздачу, и ты забиваешь на доту. Вот, возможно, вот в этом проблема. Маму жалко становится. О, иду, иду, сейчас закину дагер. Наш. Бейте. Не закину дагер, ренжа не хватает. Так, ну фарм, Сэм, ты мне тут не нужен эту экспу воровать. Иди там позанимайся делами, день. Мне нужен левел, а ты стоишь, пиздишь его. Извиняюсь за мат, ребят. Сорян. Black HTR. Спасибо за третий месяц подписочки. Спасибо. Да, можешь там к Сларку гангануть пойти, что-нибудь. Интересно, вот в прошлой игре, помните, была фантомка, у которой миссы работали, ну, нереально жестко. Мне интересно, вот я на фантомке смогу повторить успех такой же или нет? Чтоб там криты, миссы, все как надо было. Сейчас, подожди. Нормально. Ну, мне нужен шестой, чтобы уже какие-то криты были хотя бы, потому что без критов все-таки общаться со Слардаром, ну, он жирный достаточно, чтобы его убивать. Там еще щит... А, нет, щита нету. Это шанс его убить, но вряд ли, мне кажется, на четвертом уровне я смогу оформить Слардара. Если, конечно, покидать него еще раза три, и он останется, но он убежит, мне кажется. Ну, он стоит вообще так далеко, что я даже не могу дагер закинуть. В старом патче уже бы закинул дагер, там он на полкарты летел. Тут теперь с прокачкой рейнджа увеличивается. Ну и пока у нас особо дагер был не замакшен, рейнджа очень маленькая. Вот сейчас можно уже покидать. И давайте разведем его на стан. Сейчас первый скилл будет. И попробуем его догнать и наказать. Все, догнали и наказали. Сейчас руну баунти забрать, тангусик захавать. Тут, по идее, никто меня убить не должен. Хотя паджика не вижу на карте. Может, какой-то пуш сейчас выйти, набить мне лицо. Но вроде бы обошлось. Что? Так, ну и, наверное, в БФ идем. Я не хочу делать Дизоли, Владимиры пока что. Надо БФ замутить. Вот, колечко возьмем, потому что, как бы, мана у нас фуловая, а вот хпшечки маловато. Тангусик у меня один остался, сейчас мы его по-быстрому прикусим. Обидно, что ЦМ-ка в пике, и я не на шторме. Вот я еще в новом патче не играл на шторме под ЦМ-кой. Я бы попробовал на 10-м левеле взять талант на плюс 3 регена маны, и под ЦМ-кой это очень жестко должно смотреться. Давай. Ну, я специально как-то на last hit ждал, чтобы этот пуш не заденайлся, как обычно. О, убийца Слардар идет. У меня мало хп, сейчас будет интересный замес.
Он сейчас выйдет, скорее всего, справа от башни. Вот он идет. Ну и давайте. Пойдем. 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 Прогрызли, ушли. Не попал, брат. Давай еще что-нибудь. Теперь выходим отсюда. Идем фармить. Пусть он там решает вопросы с крипами. Так, что он передумал, походу. За тупость ему даггера дадим. Стан он потратил, ну и теперь можно его оформить. Изи, по-моему, Слардар. Ой, толстый у меня. Так, а я уже фуловый почти. Ура, не дауны в тиме. Найкс радуется. Это хорошо. Так, ну чё, перса? Блин, а урон-то у меня такой уже хорошенький. Сейчас еще 10-й возьмем плюс к урону, замутим. Конечно, печально то, что я без аквилы играю. Потому что пушить не очень приятно без нее, но все же. Крит. Не? А ну, на стан, не? Блин, не развел. Попал под стан. О, надо еще даггер ему дать, пока он под спринтом. Там дополнительный урон, все дела. Динайт. Динайт. А ну-ка, башня миссанет или попадет? Миссануло, класс. Так, ну и уже БФ на самом деле очень скоро. По сути, сейчас несу башню. Если повезет, еще Слардара разок оформлю. И будет уже БФ минутик 10. Не, темочка, темочка. Если все по плану будет. Стреляй, так, максим мисы, конечно же. По максимуму автоатачим крипов, потому что надо быстрее пушить, так как я без аквилы, надо их автоатачить, иначе мои крипы не смогут нормально продавить. Сейчас башенку забрать, и уже будет все круто. Клейморчик с базы принесем. Еще очень важно заластхитить башню в этом моменте. Хорошо. Клейморчик выезжает. Стрельщ, ты растоптал мою любовь, как я когда-то. Блин, ну тут фонтан, тут как-то. Бля, пушь похавали. Не хочу больше жить. Я упаду с этой кривой башни, это будет на твоей совести. Хочу, чтобы мой прах смешали с острым чили и накормили тебя. Чтобы и после смерти я порвал твою вещевую жопу. Ага. В мою смерть гоню крысюка. Ага. Спасибо за донат. Ну давай, прыгай, я уже жду в новостях, как передадут, что долбоёб спрыгнул с Эйфелевой башни. Жду, жду, братиш. Давай. Так, ну чё, надо скорее делать БФ. Ну, к 10-й не успею, наверное, всё-таки минута. Да я только понял, ладно, была дуэль не дать. Чтобы забрал ногу. Раз, 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 два, три, четыре, восемь. Весной в лесу очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в брусничных кустах. Можно отсутся опять в неких местах. Можно яйца отрезать кабану. Можно у енота в голове сделать дыру. В эту дыру его можно пихать. После этого можно на муравейник насрать. Ты собака, я собака. Наркоман, спасибо за донат. Короче, ребят, все по таймингу. По-моему, к 10 минуте будет БФ. Это вообще замечательно. Фейзы БФ, это приятно. Ой, давай только не будем вот это вот мутить грязь с тобой. Я тебе просто сейчас пиздюлей дам. А не, виндран. Повершот мимо. А ну, что там? Критов не выпадает. Ну и ладно. Ну вот эту пачку добиваем и имеем БФ уже. Да, все, почти по таймингу. То есть 10-я минута, мы идем в магазинчик. Так, ему все, изи. Ну и теперь можем лес фармить. А можем и не фармить, можем Слардара пофармить. Он без сапога. Стан, спринт, давай. Все как надо.
Не, дальше не пойду, потому что сейчас подстанет. Под башней как-то не круто. Так, ну можно масочку на Аджор купить, на самом деле, накопить на нее, потому что с получением 15 левела, плюс с покупкой Морбит маски, я буду очень крепко отжираться. То есть 10% отсюда, маска сколько там дает? 15%, еще 15% к урону. Вообще кайф. Раньше маска не давала урона, теперь дает. Так, ага, тут точка стоит, давайте ее качать. Я думал, точки нету, а она есть. 14-2, кстати, счет. Что-то вообще легкая какая-то. Задроты за меня попались. Сэмку как с линии прогнал, так больше я ее в игре не видел. Сэмка. Вот она. 5 уровня. Все по красоте. А тут баунти оставили? Блин, не оставили. Скорее бы 15-й. Получить этот уже бонус от Аджора. В итоге у нас будет Аджор 25%. При том, какой урон мы имеем, это очень даже неплохо. То есть мы имеем 175 урона, 25% это без учета крита. То есть если упадает крит, то я там вообще буду сладенько отжираться. Так я сейчас беру маску, мне еще больше урона станет, уже 190. Ну и можно пойти на мид, на топе делать нечего, там никто уже не приходит. Кушать там я, ты один скушал, ты два долго. Поэтому давайте в миде постоим. Ну, сейчас к ним можно морозить. Можно. О, мид в башне вообще фуловая. А, хорош, хорош. Найс миссы. Просто, видишь, мало не хватило. А ну-ка, да, давайте хорошо танковать просто. Смотреть, как башню будет пустить попадать. Не, ну нормально, я танковал сколько? Орехов 10, наверное. Мне сняло всего там 200 хп от силы. Нормально. Так, Рейс Кинг. Он меня сесть хочет или что? Ща ворвемся на низ. Не, я не хочу читать, да, тут 5. Их тут, их тут реально 5, я не хочу. Давайте не, кто-то не начните, делать, а потом я прыгну. Ладно. Давай, вылазь. Ну я опять первый, сука, я человек-танк. И бежать отсюда, сука, мне еще дуэль дали. Я дуэль выиграл, не? Не выиграл. Ну, сука, так и сдал сейчас. Первый прыгну и сдохну. Вот почему я не удивлен. Потому что там все кнопки заехали. Ну да, я один сдох. Кайф. Эх. Ладно, надо вангуард взять. Чтобы больше такой темы не было. Просто сдох один. Вот кто первый врывается, тот и фидит. Поэтому, Найкс, больше меня не садись. Я не хочу больше подставлять себя. О, баунти. Тут в идеале стакнуть бы. Успею? Да, по идее, успел. Да, успел. Да, сейчас вангард сделаю. С вангардом меня не убить будет, потому что там ВР-ка бьет с руки, по сути, Слардар бьет с руки, Лего бьет с руки, Врайскинг бьет с руки. То есть просто с вангардом уже
даже пока меня будут фокусить, я со стана выхожу, на 15-м качаю вампиризм, просто даю кому-нибудь плюшку одну, и сразу же начинаю хилиться очень сильно. Эй, вот. Так, давайте, вангвард есть. Все, теперь можно танчить, теперь я танк. Счет 26-4, блин, я в том числе фидеров. Там на X 2 раза подфидер, я один. Вот, на самом деле игра какая-то непонятная, у меня ребята взяли и все линии выиграли. Обычно они все линии проигрывают, а тут взяли и все выиграли. И мид выиграли, и бот выиграли, все выиграли. Баунти надо забрать, сейчас сходить. Еще надо зафармить точечку. Хочется апнуть 15-й. Можно, конечно, пойти с райскингом закуситься, но мне почему-то кажется, что у него реинкарнация может быть. Возможно, от КДшилас. Я его бить. О, вот он сейчас идет в лесок. Тут он, по идее, один будет. Все, давай. Давай драться. Го, драться. Жраться. Драться. Не, ну так да, я не дерусь. Я тоже хавать хочу. Так я не дерусь. Скоро. А, лучший в райскинг. Я вас понял, парни. Ну, боже, рацию, боже, рацию. Давай, давай. Все, я пошел. Все, я пошел. Парни, а вы все что ли уже? Ой-ой-ой. А ну стой, сучка. Да где ж хоть один крит по ВРке? Или у нее иммунитет? Походу иммунитет к критам. Оп. Ладно, я поехал наверх. Надеюсь, пуч не собьет мне ТП-ху. Надо МКБ сделать сейчас, чтобы всех тех ВРок уже через виндран пробивать. Надо ТП-шку взять. Сейчас пойдем в боковой магазинчик, возьмем сразу же Demon Age. Как раз таки он нам даст еще огромный прирост к криту. В идеале еще 18-й и вообще красота. Больше нам ничего не нужно будет. Все, Demon Age есть. У нас 250 урона, грубо говоря. Это немало. При 25% еще отжоре. Это вообще дофига. Единственное, как они меня могут убить, если они меня встретят в лесу одного, а их будет 5. Там шеклшот, стан, сожрать, стан с лордара, минус армор, там все понакидают. Просто если не выпустят меня со станов, не дадут бить, то они меня убьют. По-другому никак. Если я буду бить, то я отожру сразу. Сейчас, вот так. Да, диффуза, кстати, прикольно апнули. Теперь можно виндран снять и спринт с лордара. Это да, это классно. Так, ну с лордара я убью, я думаю. Крит. Не крит, ну ладно. Тут райскин сейчас резница. Опять я получил шиклшот. Давайте драться. Хватит меня станить. Динайт. Сейчас шаклшот, наверное, очередной. А ну стой, сука. Слардар, нет! Нет! Не-не-не-не-не. А ну давай вот так. Блять, достался, чара. Давайте, я готов. Я готов, блять, был. Сука, пуч пришел. Резнулся. Ну ладно, нормально подрались. То есть я даже под ультом Слардара уже могу под Т4 считать пацанов.
Так, ну чё, почти МКБ. Бля, третий телепорт зачем-то купил. Ладно, на всю игру закупился. Так, а сколько меня за меня платят? А где? А где я? А, вот он я. Нифига себе, как далеко. 1548. Ну, изи, у Пуджа Дагер там что-то уже появилось. О, линзу подарил. Так, голдрака, голдрака на топе. Все, пошли. Пошли, пошли до конца. Ну, давай не ссы, обезьяна. Я пошел, мне пофиг. Обезьяна! Давайте скорость атаки. Ни разу не брал еще эту тему. Крит. Лёня, бузер грязный. Но против косаря на крите не попрешь. Да, вангвард на самом деле много дает. Вот прям за счет вангварда плотность чувствуется. Так, а что там по поводу Рошана? Мне кажется, или моя команда уже забирала Рошана? Или он там стоит? Такой вопрос. О, Рошан есть. Кайф. Какой баш? Ты мне ответишь. Работягище, ты за РВГ. Спасибо, Руслан, за полтишочек. Я не знаю, что про РВГ, просто у нас тогда такой состав получился. Да. Чё, вряд ли мы в таком составе будем играть. Всё-таки не мы ж выбираем составы. А организаторы? Как-то там на рандоме мутят. Руслан, поэтому сорян. Бля, все, коршуны вылетели со всех сторон. Вот этого хочу. Все, я за ВР-кой. Пусть там идет драка, у меня своя битва. Я пошел догонять. Куда она делась? Ага. Иди сюда, сука. Бить буду. Все нормально, парни, я догнал. Так, пойду в Рейскинган и кажу. Так, и кого еще можно наказать? Где Легион? Шадоублейд ушла, наверное. Дальше нельзя идти, там пуджи, сейчас будут меня кушать, дуэлить. О, мой толстый друг. Получи косарь. Ладно, пойду. Крит. Ну, хоть один. Естественно. Много критов. А будут криты? Я хочу крит. Вот он. Родимый. И вот он. Ой, хорошо. И вот он. Четверых в одной игре, боже.
А! Что творят? Ага, хрен состилишь у меня. Красава, ребята! Сейчас под фонтан поедем. Нормально. Так я танк. Не знаю, зачем я Владимир купил. Пусть будет. О, я знаю, что надо сделать. Надо еще маску купить и пойти нафигить. Блин, я не хочу гем брать. Пусть кто-то додумается из команды возьмет гем. О. А куда это он собрался? Спасибо за игру, ребят. О, 44 косарика. Ну, мартреткой, конечно, можно покритовать. Так, все, страницу вроде бы мы вообще сделали зеленой. Но скоро сольем. Так, а там у нас где поражение? Да, на 2133 последний раз мы сливались. То есть, по сути, 500 рита назад проигрывали.